всем привет, с вами Хэппи, и сегодня мы продолжим свой вклоп Энди и Лейли. Да, вы помните, о чем мы остановились? Вот я помню, давайте не будем тянуть и погнали. Лейлский газет с разными инцидентами. Большинство из них о твоей старой квартире, зараженной в воде пожаром. Здесь статья за прошлую неделю какой-то химической утечки. А, кто-то выцарапал в углу одно и то же дерьмо в углу. Ага. Ну хорошо, садимся вперед. Здесь конверт с кучей бумаг, на самой заметной написано. Уважаемая стиральная машина, считайте это чеком за ваши услуги по уборке. Мы чрезвычайно вам благодарны за то, что согласились постирать нашу одежду. И мы абсолютно уверены в ваших услугах, так что мы не будем требовать от вас никаких отчетов. На самом деле мы не можем. Можете не связываться с нами, если кто-то спросит, чем меньше мы знаем, тем лучше. Как у вас мы положили ваши бесплатные образцы новых вкусов газировки нашей компании, счастливой стирки. Получается, мы и есть белье? Похоже на то. Отлично. Ну что, поехали? Завести машину и ехать? Вжух-вжух! Итак, куда едем? Поясни. Мы же куда-то собирались, так ведь? У нас теперь есть машина и все остальное. Сейчас не самое лучшее время для веселой поездочки на угнанной машине. У нас все еще недостаточно денег, чтобы себя прокормить. Ладно, да я зовем мамин ради всего святого. Неужели все, что я тебе говорю, в одно ухо влетает, а с другого вылетает? Мы не собираемся связываться с теми, кого мы знаем, помнишь? А я разве упоминала разговор с ней? Давай обчистим эту сучку начисто и уйдем. И как думаешь, сколько у нее есть? Я уверена, у нее что-то да есть. У нее должны быть остаться украшения бабушки. Ну, да, она их вряд ли продаст. А она нет, но я точно продам. А, нет, мы все равно не можем туда пойти. Почему? Нас по всему преследуют. И наверняка там уже проверяли. Слушай, Энди, неправильно! Эндрю, наш преследователь сейчас отдыхает в парке. Ты серьезно думаешь, что ты настолько важен, что они наймут аж двоих? Ой, блин, во всяком случае, они подумают, что он расправился с нами и все. Но прикол в том, что я бы предпочел быть до чертиков осторожным, чем мертвым. Мы быстро. Ага, то есть сейчас забраться, ограбить, убить и смотаться. Теперь ты хочешь убить наших предков. Отлично. Ведь ты сказал, что мы не будем с ними говорить. Поэтому что нам остается? Я слишком устал для всего этого пиздеца. Ладно, тогда только ограбим. Ломиться, пока не на работе, украсть немножко деньжат и убраться подальше. Я согласен. Кстати, а где они сейчас живут? Я знаю место, но не припоминаю точного адреса. Она сказала тебе адрес? Да. Все, что она мне говорила, это прекратить ей звонить. Она, наверное, подумала, что я тебе все расскажу. Но ты проболтался. Да простит меня грешника у великая Эшли. В то время это было неважно. Пофиг, едь. Идем ушел целых 2 года. А мы точно выживем? Просто не отвлекай меня. Мне нравится вот это. Оки-доки. Что ты делаешь? Ноги на пол! Реально, ты чё, кукукнутая? Ты чё? За головой следи! Почему мозг не кликает? Умеешь думать? Подумай! Какое ноги на капот? Ты чё? Ты чё? Ты чё, совсем? Ноги, блин, она ставит! Чё? Боже мой, это даже не твоя тачка. Заткнись и пристегнись. Фу. Отстой. Да-да, отстой, давай быстрее. Я просто взорвусь на месте, если не пойму... Если она своя мает в машине мертвеца из-за какой-то мелочи. Заставь меня. Нет, ты не хотела поехать грабить наших предков. Я сказала, заставь меня, Энди. Я... Ладно, чего ты опять хочешь? Если ты хотела меня позлить, то у тебя прекрасно получается. Да ну тебя. Всего лишь шутка. Я знаю, это не шутка. Я, конечно, это шутка. Ты злишься? Это смешно. Будто я не знаю тебя, Эшли. Ты уже утворяла что-то подобное раньше. Я без понятия, о чем ты. Ты продолжаешь свое Энди, Энди, пока я тебя не поправлю. И только опять эта фигня. Энди, Лейли, какая-то херня. Это просто способ проникнуться атмосферой. Я все шутила. Но тогда это не смешно. И прекращай так делать. У него какая-то... Ну, слушайте, у него травма, видимо, с этим связана. Нам потом еще больше раскроют. Типа, нет. У него травма в целом. Ну, типа, живя с такой сестрой, у него удивительно, что если бы не было травм. Она заставила его убить какую-то девочку. Если она, конечно, умерла. Я не помню, она умерла или не умерла. Но, блин, ситуация. Ваша сестра такая, ну,
пошли убьем девчонку, которая сказала, что ты нравишься, потому что она теперь не моя подруга, и ты теперь мой навеки. Тут типа, блин, это абсолютно... У него реально какая-то паранойя может начаться. Я не удивилась бы. Я бы не удивилась, у него реально может начаться паранойя. Возможно, параноидальная шизофрения, это может вылиться. А у нее типа какая-то... А как это называется? Вот есть Эдипов комплекс. А что по поводу браки? Типа, если говорить терминами из аниме, то это комплекс старшего брата. Я не знаю, так ли это называется в реальности, но если говорить так, то это комплекс старшего брата. Он старше ее на 2 года. А она, типа, поэтому так к ему привязана, что, мол, Энди, то есть Боси, 5-10. А ему это не нравится. Ну, конечно, кому понравилось, блин, посмотрите на нее, кому бы такое понравилось. И если вы сейчас скажете, что мне бы такое понравилось, ой, не надо. Вы не можете себе представить такое в реальности, поэтому не дай боже. А если вам реально такое нравится, ну, что я могу сказать? Я не осуждаю, но лучше полечиться. Тебе уже ничего не смешно. Сидят, молчат такие. Чё, мол... Яй, вы можете нормально поговорить потом об этом? Ну, ты собираешься ехать или нет? Всего лишь не хочу, чтобы мы попали в неприятности. Но тебе не обязательно так сильно над этим пыхтеть. Но мне приходится. Ведь ты такая тупоголовая. Просто едь. Ты злишься? Я ведь забочусь о нас. Просто, блядь, едь, Энди! Начинай ехать. Эндрю, у него слезы! И он начинает. Наконец-то. И ты решаешь сыграть молчанку с Эндрю до тех пор, пока он не извинится. Ты не знаешь, за что именно, но ты не простишь его, пока он это не сделает. Пока ты ждешь, когда он заметит, что ты с ним говоришь, ты засыпаешь. Ну? О-о-о! Что за... Ты точно спишь. Но в то же время ты чувствуешь бодрость. Ну да, удивительно, если бы ты во сне не чувствовал... Типа, блин, как во сне можно что-то чувствовать? Я могу не пойти туда? Нет. Слушайте, это уже мне напоминает какой-то Yes, Madness Returns. Что-то вот есть такое. Я... Душа. А? Чё? Кто здесь? Ты где? И куда я попала? Это еще одно видение? А стоит-то нет. Угу. Это мне сейчас какой-то... Здесь не на что наступить. Какой-то Yes, Madness Returns напомнило. А что, если некуда наступить, то как мне? А как тогда? И как? Ну, давайте походим, может что-то подтыкать получится. А могу я, не знаю, там, типа... Непонятная маленькая... Нет, не могу ничего использовать. Сана, что я ничего не могу использовать, типа. Это ж как RPG-шка какая-то, по сути. RPG-новелла. Блин, есть жанр RPG-новелл? Наверное, так можно так назвать. Ну, типа. Ну ладно, так. Так, у меня дилемма. Если здесь не на что наступить, то... Как мне быть? Что мне делать? Ничего даже нельзя потрогать. Мне даже делать нечего. Типа. Я точно ничего не могу использовать? Пиу-пиу-пиу! Или, наверное, бэнг-бэнг! Мимическая хренотень. Постоянно бельё. Ну вот. Получен красный цветок. Тю, так я что тебя кликала. Чё ты не кликался? Ладно. Можно немного красных цветов. Окей. Запомнил, что это так работает. Ага, здесь тоже ничего нет. Наверное, там где-то впереди что-то будет. Но я душа призвал. Не могу настроить. Что? Ты так невнятно говоришь, я ничего не слышу. Голос продолжает говорить, но ты не можешь разобрать до конца. Неважно. Стоит сосредоточиться на том, чтобы выбраться отсюда. Так. Цветы там. Это вот туда, я понял. Блять! Где я твою налево? Здесь все одно и то же! Наконец-то я получила то, что я хотела. Так. Вот так вот. Все нормально. Ага. Ну, в целом, не так сложно, как казалось.
Если бы она еще у меня случайно не застревала в текстурах из-за джойстика. Боже, на красные цветы. Можно на глаза посмотреть? Нет? Ладно. О! Что ж, ты только что избежал падения в пустоту. Счастливчик? А, счастливчик ли? А, это ты. Я ведь вызывала тебя раньше, так? Человек, ты пришел. Где? Во сне. Я позвал тебя сюда. Можешь тогда меня разбудить? Я, похоже, была чем-то занята. Тебе даже не пришло в голову, что ты должна бояться этого существа, крадущего души. Я хочу заключить с тобой сделку. Это, конечно, хорошо. Но не сейчас. Что если Энда сейчас со мной разговаривает? Ему нужно знать, что я специально его игнорирую, а не потому что я уснула. Девно абсолютно безупречно насрать на вашу любовную ссору с братом. Кристаллически пофиг. Он продолжает говорить, будто ты ничего не сказала. Ты использовала мой подарок. Что? Он тебе пригодился. В видении будущего. Да. Та хрень, которую ты мне дал. Да. Она, несомненно, пригодилась. Спасибо тебе. Тогда хочешь ли ты видеть будущее снова? Конечно. Нужно просто держать его в руках, верно? У него кончилась энергия. Я могу перезарядить его. Ты хочешь заключить сделку? Разумеется, ты хочешь. Никогда еще не было плохой мысли и идеи заключить сделки с демоном. Ну, а я, чего ж ты хочешь? Человеческие души. Ну, мою ты не получишь еще. Если это все, тогда не твою смоляную душу. Это сейчас было типа оскорбление или... Чего тогда? Чего угодно? И почему тебе самому не подсобрать душей? Не могу войти в мир людей, не будучи призванным. А также, как и ты не можешь войти сюда. Не могу связаться с тобой из-за моего талисмана. Но даже так, мы можем взаимодействовать между мирами только через сделки. Ну, что скажешь? Я не совсем понимаю, но не могу сказать, что мне интересно. Слушай, мне действительно нужно вернуться к брату. Если я пожертвую тебе душу, ты сделаешь так, чтобы эта демоническая штука работала, так? Верно? Звучит отлично. У меня вообще-то есть, наверное, у меня душа, даже две. Но мне нужно посоветоваться с Эндрю на этот счет. Он типа, я знаю, что-то в нем меняется. Мне это не очень нравится. Ой, что-то в нем меняется! Конечно, в нем что-то меняется! Ты посмотри на тот кромешный ад, в котором вы сейчас находитесь. Да весь этот пипец, в который ты его втащила. Нет, я не хочу сказать, что ты виновата, но... Типа, реально, она буквально втащила его в это все дело и такая, типа, ну, что ж, well, shit, называется. Ну, блин. Нет, ничего не говорит. Похоже, ты выбрала не того собеседника, который отговорил на эту тему. Я буду ждать. Ладно, окей. Посмотрим, что из этого выйдет. Так, как мне проснуться? Ты проснешься, как только твой разум вернется домой. Прощаюсь, моя наверное, душа. Мне интересно, какая душа у Эндрю? Было бы очень нехорошо пожертвовать его душой. Я бы не хотела этого делать. Так, где? Ага, сюда. Ага, сюда. Ага. Ага. Так. 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 Все отлично. Я с глазами войти. А, подождите. Да, блин, не то. Сюда. Я с красными цветами войти? Да. Ага, это не наш дом. Нет пути назад. Интересно, интересно. О, подарок. Хочу подарок. Я хочу подарок. Подождите, я хочу подарок. Тут цветочки должны быть. Сейчас мы цветочков собираем. Я поняла, как работает принцип здешних походов, поэтому... А, блин, не туда надо было, ладно. Сейчас тут еще есть. Вот тут цветочки есть. Ну, давай. Отлично. Так. Так. Ага. Бляха-муха. И опять я цветы не в туда использовала. Окей. Так. Блин, тут подарок какой-то. Я хочу подарок. Подождите. Я подарочек хочу. Значит, мне надо сейчас. Сюда. Да. Так, теперь обратно идем.
Угу. А, нет. Но это более... Это более-более короткий путь. Поэтому мы сейчас идем сюда. А, если мы пойдем сюда, сюда... Блин. Сейчас, я хочу подарок. А если я сюда выйду? Почему бы и нет? Просто, что это, на что все это влияет? Я могу зайти то туда, то туда, и это на что-то влияет. Тут другая уже головоломка будет. Тут уже другая головоломка. Это интересно, конечно. Мне это, конечно, нравится. Так. Ага. Ага. Так. Вот так. Вот так. Что мне это дает просто? Я не знаю, но мне интересно. Я хочу узнать. Я реально, там подарочек, а тут какая-то эта штука. Если это влияет на концовки, то я... Моя душа! Ну, стало здравствуй. Это не путь к твоему дому. Ау. Выше мой мир. Ты должна вернуться в свой. Я думала, ты есть в мире демонов. Это промежуточный мир. Вход в мир непризванным... Непризванным смерть постигнет тебя. Ха, так все в порядке, пока я призвана. Так, почему ты не призвал меня в свой мир? Зачем ты вызвал меня в этот говномир? Возвращайся домой, смертная душа. Я жду от тебя душу. Ты не можешь просто взять и сказать мне... Сказать, что есть другой мир и не показать его мне. Возвращайся сейчас. Понятно, спасибо. А? И где я теперь? А, это так утомительно. У меня уже задолбали эти цветы. Ну, пособираем их. Что-то мне это не нравится. Эшки? Энди, это ты? Помоги, вытащи меня из этой залупы. Ну уже, вставай, это не смешно. Я пытаюсь. Сделай что-нибудь, помоги мне. О, слава богу. Еще секунду, я бы вызвал скорую. Зачем? Тогда мы бы точно попали, разве нет? Ты не просыпалась, что бы я ни делал. Боже, Эш, не пугай меня так. Какой сейчас час? Где-то 10 утра. Мама с папой должны уже быть на работе. Так что, когда будешь готова, я полагаю, ты сейчас такой добрый, потому что человечем ты относился ко мне как к дерьму. Я относился к тебе так, как ты этого заслужила. Хотя нет, забудь. Учитывая, что ты мне целый день мозг выносила, я думаю, что был к тебе очень даже снисходителен. В любом случае, имя данного эпизода Энди и Эшли и вторжение в дом, милый дом. Что за филлер, который чисто ради денег? Мне пофиг. Подловила под него. Окей, ну он упадет на деньгах. Фу, нет, спасибо. Нет, не ответишься, ты заинтересовалась, пошли. Нет, это отстой. Ну, если вот для добра, так что я, пожалуй, соглашусь. А потом, бац, и все, мать приходит. Почему вы оказались в каком-то парке? Потому что здесь бесплатная стоянка. Мама с папой живут где-то ниже по склону. Ага, ниже по склону. Ну, мороженое сейчас закрыто, поэтому нет смысла туда идти. Идем сюда, да? Там нет ничего, кроме парковочных мест. А, то есть там в эту сторону. Хорошо. Это не похоже на то место, куда нам надо. А только посмотрите, как здесь красиво. Нет, так и должно быть. Она оказалась счастливой, когда рассказывала о своем новом месте. Кстати, как их фамилия? В смысле, как их фамилия? Таблички на дверях. Мы взяли себе папину или мамину фамилию? Папину фамилию, наверное. Зачем сейчас их менять? Я не знаю, чтобы запутать нас. Но так звучит, будто они не хотели, чтобы мы их нашли. Просто такое ощущение. Ну, неважно. Давай найдем дом Грейвсов. Грейв? Они типа Грейв? У них пишется как могила, поэтому... Джонс. Не кофин как гроб, а Грейв как могила. Типа. А, вот и они. Не стучи вот так. Никто не ответил на стук. Отлично, все чисто. Пивать. Да, давай найдем, как можно забраться. С другой стороны дома можно зайти? А, или мне сюда зайти? О! Куда? Да куда, блин? Назад! Да ну, ты только посмотри на это. У них тут даже сад есть.
Неважно, набиваем карманы и уходим. А что, можно? Что-то епку, вот это вот палка. Ну, палка и палка, чего умнить? Одна из досок еле держится. Задняя дверь закрыта. Ты вяжешь под цветочным горшком. Конечно! Если бы. Под горшком полно всякой всячины. А, вот так, да? У нас под горшком-то ничего не... Здесь остается вкуснейшая морковка. А что, можно? О! Подождите, открыто! Ой, похоже, это окно открыто. Можешь достать? Не. Так, а подсадить? Это должно быть что-то, на что мы можем встать. Ну, блин. Здравствуй, доска. А палку можно взять? Блин, палка, просто палка. Меня... Я хочу ее взять. Я хочу взять эту доску. А, все еще слишком высоко. Подсади меня. Ну как? А, не лучше. Оно открыто, но с другой стороны окна защелка. Черт, не могу... Палка! Не могу дотянуться. Палка, 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 палка. Палка! Сейчас мы этой палочкой туда-сюда. Ну-ка, ну-ка. Ага. Ну так, легчайший для величайших. С помощью этого ты забираешься в открытое окно. Давай руку, я подниму тебя. Спасибо, но я предпочел, чтобы ты пошла и открыла дверь. А, да, так. А, да. Так же легче. Здесь? Да, вот, пожаловать. Спасибо. Не так быстро. Что нужно сказать? Спасибо большое. Нет, попробуй еще. Безупречная работа. Это было сделано невообразимо, потрясающе исполнено. Подумай только, что ты открываешь дверь так плавно и с таким изяществом. Ошеломляющее, захватывающее. Слов не хватит, чтобы выразить твое невероятное вторжение в чужой дом. А тебя можно я войду? Ты можешь войти. Отлично. Давай сделаемся. Я хочу убраться отсюда как можно скорее. Эй, я за кое-чем задумалась. Прямо сейчас? Ты не можешь подождать. У нас тут вообще-то каждая секунда на счету. Ну, может, ты подождать, я думаю. Хорошо, тогда расскажешь позже. Так. Так. Можно в подвал сходить? Тут наверняка что-то должно быть. Стиралка и сушилка. А вот ты... А твои пытки ни хреново так живут. А-а-а, без нас-то. Пока мы там в каком-то захолустье, мы еще и съесты такие, как уксус. Грязное белье. Наверху касается сексуально. Как неудобно. Швабы. Отличное качество. Блин, вот они тут жрут, да? А мы там живем, как я не знаю, как какие-то обосрыши. О, здесь лежат ключи. Ключи от шкафчика, отлично. Так, барахло для Рождества. В основном свечи. Рождественские украшения и гирлянды. В отличие от туалетного хода, этот работает. А, чисто в теории мы должны были знать, что он не работает. Твои родители жили здесь всего несколько месяцев. Как им, ну каким-то образом он должен припрятать... Все это барахло и даже запасную кровать притащили. Теперь деньги не проблема. Лишняя кровать означает, что у них нет никаких проблем в жизни. Да, а мы тут такие, типа, резиновые перчатки. Они могут пригодиться в будущем. И мы живем, как я не знаю, как какие-то реально обосрыши, просто. В холодильнике почти ничего нет. Ладно. Поставка для посуды и блендер. Книга рецептов. Там установлены рецепты цифровых тушеных блюд. Да, оп, стоять. Эта штука может нам пригодиться, наверное, в будущем, да? Ну, типа лестничка. Так. Стоять. Это телефон, с которого твоя мама тебе никогда не звонила. А фотки можно чекнуть? Нет? Ладно. А что я, почему я не могу ничего полезного найти себе? Я хочу письмо, мне написано. Рад слышать о том, что случилось с детьми. Я думаю, на самом деле это благословение. Не чувствую себя виноватыми, это не ваша вина. Господь уже обо всем позаботился. Пес, так как Эндрю не может закончить колледж, можете нам отправить его учебники для моей дочери. Они очень дорогие, спасибо заранее, с большой любовью к вам и вашему мужу. Капец. Они такие, ну, это благословение, что ваши дети умерли. Охренительно. О, ты нашла ключ, отлично. Что там? Никаких украшений, но замечаешь какие-то документы. В них написано. Уважаемый мистер и миссис Грейвс. Вы выбрали компенсацию за причиненный нашей компании ущерб. Наш представитель желает с вами встретиться. Мы хотим обсудить с вами это дело как можно быстрее. Если я папку, ты мельком замечаешь что-то еще. Это свидетельство о смерти Эшли Грэппи. А? Я не знала, что мы умерли 3 месяца назад. Что это вообще за херня?
Зато тебе понятно, почему мама говорила нам не звонить ей. Наверное, было страшно получить звонки от призраков. Это... Кто-то вошел в дом. Вот чёрт, это не слишком рано. Они не должны были быть дома так рано. Ты подумываешь о том, чтобы пристрелить любого, кто вошел. Но нельзя жертвовать мертвецами, так что отбрасываешь эту идею. Жесть. Здесь кто-нибудь есть? Привет, мама, это мы. Ты что? А кто только что говорит, что мы не будем с ними связываться? Кто говорил, что мы не будем с ними связываться? А сам пришел такой, типа. Можно же было спрятаться, наверное, я не знаю, под кроватью где-нибудь. Ты даже не хочешь думать о том, чем родители занимаются на этой кровати. Это шкаф и одежда. Также... веревки, все вот... Он же сам говорил, нет, мы не будем с ними связываться, мы не будем с ними связываться. И такой типа, мама! Особенно после того, как они нашли свидетельство о своей смерти. Это пиздец. Это просто, это жесть. Это что это такое? Ну что это? Блять, я не могу. Дайте на этом заканчивать. У меня сейчас пердак сгорит. Я сейчас бомбану нафиг. У меня сейчас все сгорит, я бомбану просто к чертовой матери здесь. Блять, ну вот ты сам же сказал, что ну тебя иди ты в жопу. Сука. Ладно, всем спасибо за просмотр, ребятки, надеюсь, что вам понравилось. И подпишитесь на канал, поставите лайк. Да, напишите комментарий, нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать уведомления о новых играх. Ну а с вами была Хэппи, вы с вами всех. Увидимся в следующих сериях, ребятки, всем пока.